Статус курильщиков пишут в амбулаторные карты и дымить запретят в общественных местах. Антитабачную стратегию приняли областные депутаты. Какие меры злостным курильщикам готовят чиновники, знает Анна Бибикова. Не получается бросить курить, поможет закон. Областную табачную стратегию приняли депутаты на очередной сессии. Защищать курильщиков от табака намерены до 2020 года. В Архангельской области табачной зависимостью страдает каждый третий. Депутаты обеспокоены ростом числа курильщиков-подростков. Больше половины несовершеннолетних пробовали курить. Ну, года два примерно, да. А вам лет? 16. Еще одна категория граждан, которые хотят помочь с вредной привычкой, это беременные женщины. Каждая пятая представительница слабого пола в положении даже на время беременности с сигаретой не расстается. Бороться с курильщиками власти намерены в первую очередь при помощи повышения цен. Повлияет? Нет, серьезно. Откажут. Ну, буду меньше курить. Да блин, вообще нафиг надо. Почему? Да блин, дорого, а... Привычка-то никуда не уйдет от нас. Дымить запретят в общественных местах, в регионе появятся зоны, свободные от курения. По словам депутатов, это не борьба с курильщиками, а защита прав некурящих. Цена не повлияет. У нас были моменты, в горбачевские времена, когда люди не имели ни табака, ни спиртного, гнали самогон, крутили самокрутки из мха. Цена не повлияет. По словам врачей, отстранять от табака способен не закон, а только личное желание пациента. Впрочем, народные избранники для желающих завязать намерены организовать центры, где расскажут об эффективных способах побороть пагубную привычку. Стратегия пока прошла только первое чтение, а в следующем году защищать людей от табака, скорее всего, будут целевые программы. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.